Обновленный аэродром Липки завершает реконструкцию. Сегодня журналистам продемонстрировали его возможности. Площадка в 1,5 километрах от столицы заменит Боровую и возьмет на себя часть функций закрытого аэропорта Минск-1. Модернизация обошлась инвестору в 10 миллионов долларов. Здесь появились вертолетные площадки, современная взлетно-посадочная полоса длиной более 700 метров, отапливаемый авиационный ангар и тренировочный центр, куда переезжает Минский аэроклуб ДСААФ. Аэродром в Липках будет полностью соответствовать международным стандартам, а полеты можно будет выполнять в любое время года и суток. Здесь есть новое светосигнальное оборудование и автоматическая метеорологическая станция. Также предусмотрено место для парковой зоны, гостиницы, кафе и магазина. В течение 4 лет в Липки из Боровой перенесут и авиамузей. Равных ему не будет в Европе. Мы собрали в одно здание, как вы заметили, все. То есть не надо много ходить по территории. Все вместе. 15 минут до стоянки вертолетов, 15 минут до парашютного класса, до авиамодельной мастерской. Уникальность его еще заключается в том, в отличие от Боровой, что мы здесь предусмотрели, как положено по документам ФАИ, 3 корда авиамодельных. То есть мы уже сможем у себя проводить, как это было в советское время, чемпионаты мира и Европы по авиамодельному спорту. Официальное открытие аэродрома запланировано на будущий год в преддверии старта чемпионата мира по вертолетному спорту. Первенство соберет команды из 20 стран. В последний раз Беларусь принимала эти соревнования в 1978 году.